вы знаете, как оно было и как эти люди, они служили. Первое, вы знаете, мы с вами прочитаем Иов, книга Иова. Обратите внимание, что даже здесь мы прочитаем, даже Давид, да, говорит, что «Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня». Итак, Давид говорит: «Господь, ты припоясал». Помните, когда вышел Голиаф большой, и говорит: «Слушай, и так дальше, кто вы, израильтяне?» И стал их всячески, ну, у нас такое слово есть, поносить. Оно не очень-то приятно в нашем, ну, менталитете. Ну, знаете, ну, так оно было. То есть поносить — это злословить, говорить bad words for somebody else. И вы знаете, ну, Давида, у него ничего не было. Саул его одел себе одежды, иди и сражись, но не получилось ничего. Но вы знаете, что написано: в этот момент Бог его припоясал. Сильно припоясал. И он вышел и просит: «Слушай, Голиаф, я с себя голову сниму, я твое тело дам тебе, подожди, парень, ты вот стоишь, ты просто понты какие-то у тебя». Нет, вы знаете, он почувствовал.